Проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС обнародовала Европейская комиссия. Более 100 страниц представил главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барье. Теперь документ обсудят 27 стран ЕС и Европарламент. Лондон в этих переговорах участие принимать не будет. Все согласовали еще в декабре, заявил Барье. А вот премьер Тереза Мэй считает, что данное соглашение угрожает территориальной целостности Соединенного Королевства. Появление таможенной границы в Ирландском море, по ее мнению, подорвет общий рынок Британии.